Есть такой певец Михаил Шуфутинский, сейчас он редко поет, а когда-то был очень популярный. Жил он себе в Америке и записывал песни, он сам не сочиняет, записывал песни наши, вот наших авторов, там Розенбаума, и мою в том числе записал песню. Песня называется «Зачем кассир нажал ты кнопку», если кто-то слышал. А когда Советский Союз накрылся, он, все стали приезжать, Успенская, Токарев, те, значит, американские эмигранты. И Шуфутинский, я пришел на его концерт, прислал записочку. А он тогда он на записки отвечал, потом уже перестал на записки отвечать. Песня, которую вы исполняете, здесь сидит, это на стадионе было в Петербурге. Здесь автор в зале находится, ваша песня. «Зачем кассир нажал ты кнопку?» Он: «О, Сергей Арно здесь, оказывается, вот автор, мне нравятся его песни. Пройдите вот, пожалуйста, на сцену». И пообщаемся. А я на самом верху сижу. А ступеньки на стадионах очень крутые. Я смотрел, а прожектора нашаривают. Я по прожекторам помахал, да и не спустился. Он говорит: «Ну, за кулисы тогда, после концерта, приходите». И я пришел. Да все хорошо. Он стоит так, прижался к своему менеджеру. Ну, сейчас трясти, мол, бабки с меня начнет. Я говорю: «Ой». А мы там, нам хорошо было с девушкой уже, мы как бы на веселье пришли. Я говорю: «Миша, спасибо, ты меня популяризировал, с тех пор все девушки мои». А он сразу же перестал петь эту песню, потому что я еще неизвестно потребую, я в следующий раз при встрече деньги с него. Вот. И когда ему задают, вот хитрые мои знакомые любят поиздеваться на концерте где-нибудь, все время спрашивают: «А что вы думаете по поводу песни «Зачем кассир нажал ты кнопку»?» Он говорит: «Я на эти вопросы не отвечаю». Ну хорошо, поехали. Надо отдать ему должное. Аранжировочку он сделал отличную. «Зачем кассир нажал ты кнопку? Сигнал дал на Петровку. Наряд патрульный вызвал ты зачем? Зачем? Зачем так много шума в просторных залах ГУМа и резонанс общественный? Зачем? Зачем так много шума в просторных залах ГУМа и резонанс общественный? Зачем? Опять приедут с опозданием, пока окружат здание, пока потом оцепят пол Москвы. Свидетели в угаре зонтами тычут в харю и снимут под шумок с меня котлы. Свидетели в угаре зонтами тычут в харю и снимут под шумок с меня котлы. А завтра в телерепортаже кассирша скромно скажет, что груди подставляла под обрез. Сержант признается, смущаясь, как смерть презрел, бросаясь налетчикам на перерез. Сержант признается, смущаясь, как смерть презрел, бросаясь налетчикам на перерез. Из любопытства на допросе инициалы спросят и в камеру хранения сдают. И целый месяц деловито и по-мужски открыто попытку к изнасилованию шьют. И целый месяц деловито и по-мужски открыто попытку к изнасилованию шьют. Вы нам смягчите наказание хотя бы за незнание. Мы знали, что нельзя с прилавка брать. Вот я и взял из-под прилавка, и тут возникла давка, а Славка начал цены задирать. Вот я и взял из-под прилавка, и тут возникла давка, а Славка начал цены задирать. Зачем кассир нажал ты кнопку, сигнал дал на Петровку, наряд патрульный вызвал ты, зачем? Зачем так много шума в просторных залах ГУМа и резонанс общественный, зачем?